была написана, если так положить руку на сердце, то она была написана после энциклопедии, которую я прочитал, называется «Сталинские репрессии». Прочитав эту книгу, то есть энциклопедию, я посмотрел, то есть за что люди воевали, как они воевали, то есть и к чему они пришли. Ну и как бы я должен был просто отдать им дань, скажем так, этим людям, которые, благодаря которым мы сейчас живем. Вот и выстрелы утихли. В небе солнце догорело. Ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою. Добрый взгляд обвенчан дымом. Грудь, прикрытая рукою, согревает образ сына. Ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ой, ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ори, нари, ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ой. Заслонил черный ворон глаза. Ранний утренний свет опаленным крылом греет землю руками солдат, собирая в кулак мысли с теплым песком, вспоминая свой маленький дом. А на улице пахло весной, а на улице розы в ручьях, а на улице смех с детворой затерялся в победных лучах, а на улице праздничный дым, а на улице небо в цветах. А солдат остается живым в наших душах и в наших сердцах. Ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ори, ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари. Ой, нари, нари, ой, нанари, ой. Застелила виски седина, в пыльный старый альбом покатилась слеза, загорелись в груди ордена. В день победы они отражают огни от прошедшей священной войны. А на улице пахло весной, а на улице розы в ручьях, а на улице смех с детворой затерялся в победных лучах. Праздничный дым, а на улице небо в цветах, а солдат остается живым в наших душах и в наших сердцах. Вот и выстрелы утихли, в небе солнце догорело, ветер обдувает гильзы возле молодого тела. Ком земли прижат щекою, добрый взгляд обвенчан дымом, грудь, прикрытая рукою, согревает образ сына. Ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ой, ой, нанари, ори, нари, нари, ой, нанари, ой, ой, нанари, ори, нари.
Ну, самое, считаю, положительные у нас итоги после финального концерта «Калины Красной». Хочется отметить, что никаких каких-то отрицательных эмоций, высказываний я не услышал. Только положительные. И главное, что мы с каждым финальным концертом увеличиваем, значит, своих сторонников. Было мнение, значит, и в дирекции, и в целом попечитель совета сделать какой-то перерыв в нашем этом конкурсе. Но учитывая такие отзывы, увеличение сторонников этого конкурса, я думаю, мы, естественно, перерывов делать не будем. И уже сейчас дирекция думает о следующем 8-м финальном концерте.